Доброго времени суток, Елена Корзинок. Я сегодня с вами познакомлю вас с лучшими предложениями каталога номер 3, который сейчас кто будет действовать в ближайшее время. Ну и, конечно же, буду вам говорить отзывы о некоторых продуктах, которые попробовала сама, поэтому если мое мнение не совпадает с вашим, то это имеет место. В любом случае, как говорится, мы все разные, все индивидуальны, поэтому здесь вы можете просто опираться на мои отзывы, на то, как я пользовалась некоторыми продуктами. Итак, что хочется сказать? Ну, в первую очередь, нравится красочная упаковка этого каталога. Как раз подарки вы можете подобрать к 8 марта себе, своим близким, своим родным. Не буду вам рассказывать о новиночках, они в ближайшее время появятся. Это туалетная водичка Амбер Эликсир. Ну, вы здесь можете понюхать уже сразу, потерев страничку, обратить внимание на акции. Хочу обратить внимание больше вас, как подарок, это серия Элео, которая есть в каталоге. Чем интересна именно эта серия? Ну, в первую очередь, во-первых, мне нравится, что здесь все масло представлено, да, защитное масло, восстанавливающее, разглаживающее, но это масло не требует смывания, и благодаря этому маслу вы не будете чувствовать, что у вас волосы, тяжесть чувствуется. Знаете, как иногда у нас такой страх, что когда мы нанесем масло, то волосы кажутся такими липкими и блестящими от того, что масло. Нет, абсолютно не отяжеляет, абсолютно легкое в использовании. Скажу, что подходит для всех волос, вы просто выбираете то, которое вам более конкретно подходит. Защитить вам нужно волосы или, может быть, разгладить, восстановить, то есть вы здесь смотрите, какие необходимые свойства вы ищете в масле. Что здесь содержится? Здесь содержится масло органового дерева, плюс здесь есть репейное масло, витамины, F, розовое масло, здесь комплекс, полностью комплекс, такой, который для ваших волос. Один раз попробуете и все, влюбитесь. Ну и плюс к этому скидка 70%. Идем дальше по продуктам, которые я могу, ну, рассказать о них, какие-то свои отзывы, поскольку я их пробовала. В первую очередь очень хвалю эту помаду 5 в 1. Конечно же, скидочка большая, 60% на нее. Нравится тем, что у меня оттеночек коралловый. Сейчас я его найду, подскажу вам, какой он есть здесь. Яркий коралл у меня есть, нет, коралловый закат. Вот они представлены внизу. Здесь еще, конечно же, подсказочки для вас тоже предлагают. Сейчас у меня на губах помада Джордани. Но в любом случае мне нравится, что она одновременно стойкая. Она не сильно такая, знаете, как маслянистая текстура. Она вот то, что надо. Вот иногда бывает, губы очень у кого сушат. Хочется такой, чтобы как помада, как масло была на губах, чтобы она увлажняла и ощущалась вот такая постоянно влага. Здесь такого не будет, и в первую очередь очень хорошо держится цвет. Конечно же, дополнение растительные масла, воски, которые увлажняют, ухаживают. То есть такая помада универсальная, не зря здесь только оттеночков представлено. Но мне кажется, самая даже такая вот девушка, которая привередливая в этих оттенках, найдет то, что нравится себе. И, конечно же, новиночки, которые есть в каталоге, представлены, ну вот такие вот сливовые, именно модные, трендовые, сезонные, как сейчас именно рекламируют все дома моды, такие вот нудовские лилово-розовые и вот более такие яркие винные оттеночки тоже здесь представлены как новиночка. Еще не всегда не забывать нужно, что если мы используем помаду, нужно и карандаш, чтобы у нас губы очень хорошо держали контур, очень хорошо держался оттеночек помады. Вот такие вот карандашики на 17-й страничке, они мне нравятся, что они выкручиваются, это, как говорится, для тех, кто ленивый. У меня здесь представлен, это натуральный, сейчас скажу, классическая роза. Оттеночек 314-35. Я попробую сейчас выкрутить и вам поднести поближе, чтобы вы могли видеть. То есть, ну вот он классический такой оттеночек. Чем мне нравится именно классическая роза цвет? Тем, что вы его красите и можете абсолютно
вместе с другой помадой другой цвет получить. То есть вы одновременно можете и один карандаш использовать. То есть вот это вот вы выбираете. Тренд сезона. Матовые оттенки. Тренд это матовые оттенки и глянцевые оттенки. Вот здесь вы это все можете попробовать. Скажу, что я пользовалась и матовыми, ну вот в офисе у нас для тестинга были представлены, и матовыми, и глянцевыми, все абсолютно стойкие. Вот видите, знаете как, если матовые, ну вот здесь нюансик, что хочется после него, когда нанесешь, он более такой суховатый, хочется вот как блеска сверху. Поэтому здесь вы выбираете именно те оттеночки, которые вам понравились. Все очень долго держатся на губах, и достаточно они такие вот экономные в использовании, буквально чуть-чуть, и вот хватает полностью на целый день вы будете использовать. Дальше, на страничке 20 представлены карандашики, вот некоторые из вас вам в оригинале покажу. Вот здесь карандашик такой The One, а здесь представлены такие в виде как затачивать, чтобы. Ну, что я могу сказать, что вот белый оттенок иногда не понимаю, для чего его использовать, зачем. Это в основном, если вы уже владеете профессиональной техникой, то белый карандаш, он используется для каких целей? Если вам необходимо, ну, если нет белых теней, под бровь вот сюда, чтобы она более отчетливее была, и потом растушевываете. Внутреннее веко вы белый карандаш, причем он не белый, а именно натуральный, для того, чтобы глаза были выразительные. Если вы хотите более выразительными губы, пожалуйста, можете поверх контура, как вы нанесли, наносите вот такой натуральный оттеночек. Еще здесь представлены выкручивающиеся карандашики. Но я говорю тоже, как для ленивых. У меня здесь хаки карандаш вот такой зеленый. Но я бы сказала, что он вроде как представлен таким зеленым, именно вот как на картинке. Он вроде как черный, но немножко такого зеленого перелива. Вот выкручу для вас посмотреть. Он вот тем, кто хочет именно такой вот как вариант использования, чтобы был вроде только оттеночек такой немножечко зеленого цвета. Вот, и тушь 5 в 1, здесь в зеленом упаковочке, скажу, что абсолютно ничем не отличается от обычной тушь, очень легко в использовании, для тех, у кого вот кисточка. Кисточка такая же, как в 5 в 1, одинаково, ничем не отличается. Чем мне нравится вообще тушь 5 в 1? Во-первых, она не заявлена как влага, ну вот как водоустойчивая, но она влагоустойчивая, то есть если какое-то зима, вот знаете, как снег иногда валит, то есть она защищает от того, что просто реснички намокают, но нет того, что вот здесь вот абсолютно такие черные фингалы, синяки. Еще мне нравится, что содержит воски, это корнуольский воск, воск, она ухаживает за ресницами. Еще плюс к этому, за счет того, что маленькая щетинка такая, есть одна, с одной стороны длинные щеточки, с другой мелкие, очень хорошо прокрашивает маленькие такие реснички внизу особенно. Хорошо порасчесывать, у кого сами ресницы сами по себе небольшие, как, знаете, такие распахнутый взгляд, а именно у кого, ну, вот от природы такого, что есть маленькие реснички, то есть очень хорошо прокрашивает. И мне нравится, что она такая, знаете, как получается, не ворсинистая, то есть она кремообразная текстура, она не создает такой вот эффект лапок и паука, поэтому вот естественный взгляд, и плюс она, если постоянно много наносит слой, то есть она больше и больше такой распахнутый идет. Ну, идем дальше. Здесь, конечно же, туалетные водички представлены. Немножко каждый могу просто пару слов сказать. Серия, которая Women's Collection, здесь, конечно же, ароматизированная страничка, но это для тех, кто любит так вот вишневый аромат, вишенки, цветочки вишни. Для тех, кто любит сирень, пожалуйста, для вас тоже ароматизированная страничка представлена. Из этих двух ароматов Tenderly более такой легкий, вот VIP Only, он больше такой сладковатый, вот, знаете, как я бы сказала, аромат соблазнения. И не зря он есть такие восточно-фруктовые ноты. Букет завоюет эту ночь, покоряя сердца нотами дурмана и ванили. Поэтому я бы сказала, это аромат для соблазнения, для вечеринки, под вечернее платье. То есть он такой сладковатый. Но для тех, кто хочет одновременно и свежести, и такой легкости, аромат Люси, это хороший подарок вот к 8 марта. Причем это здесь вот эти все ароматы идут со скидкой 50%. Обратите внимание, что при покупке на 7 рублей 40 копеек. Эклат,
Это, я бы сказала, классический аромат, классика. Его можно и под деловой костюм, и днем использовать, и можно на вечеринку. То есть он классический аромат. Это тот, который аромат, вот, можно сказать, вот классика для всего. Если говорить о мисс Джордани, то это изящество, этот аромат такой, знаете, как изящной девушки, которая женственная, которая знает себе цену, в общем, итальянская классика. Диван переводится как загадка, как королева, как, ну, вот как-то, он тоже идет со скидкой, обратите внимание, 50%. Все здесь ароматизированные странички, я здесь буквально два слова про эти продукты. Позес – это аромат Клеопатры, в нем содержится это экстракт ноты иланг-иланга, это одна из самых дорогих ноток в парфюмерии, поэтому обратите внимание, не зря такая цена, но он того стоит, он будет шлейфом аромат. Парфюмерная вода, кстати, как вам определиться со стойкостью? Все смотрите на то, как написано, представлено. Туалетная вода, одеколон, парфюмерная вода. Для туалетной воды это стандарт от 5 до 7 часов стойкости, для парфюмерной воды от 7 до 12, где-то до 10 часов стойкости. Все зависит от того, какие масла, но чем легче аромат, тем быстрее он выветривается, и чем тяжелее, тем медленнее он выветривается. Есть еще зависит от стойкости аромата, от того, какая у вас кожа, если кожа сухая, то быстрее. Если кожа тела, ну, комбинированная жирная, то значит он дольше будет держаться на вашем теле. То есть это тоже учитывать. Еще такой отзыв от себя, скажу, 43-я страничка, вот такое украшение. Обратите внимание, не все видят, наверное, сразу, что здесь это украшение имеет вот очень маленький размер, то есть буквально, чтобы как ожерелье вам одеть, оно раскручивается и скручивается. Поэтому вы можете абсолютно регулировать длину. Вот здесь вот на мономодели, да, вот представлено длинное ожерелье, здесь собрано два. Поэтому вот такой нюансик, у меня просто клиенты заказывали и думали, что она длинное ожерелье заказывают, не обращая внимания на то, что написано. Вот такой нюансик для вас. Вот, еще что хочется сказать. Серия Novage обновилась. Здесь я останавливаться не буду, будет специальное занятие. Обновилась серия 45+, ну, 50+, это серия для увядающей кожи. Чем она характеризуется? Тем, что, во-первых, клинические исследования, подтвержденный эффект, используя именно в комплексе, вы получите доказанный результат, который вот здесь компания рекламирует. Конечно, очень рекомендую попробовать, потому что один раз попробовал серию Novage, уже точно гарантированный результат. И плюс здесь готово решение на каждый день, как вам ухаживать. Утром и вечером одно и то же. И плюс к этому, конечно же, будет заявленный результат. Вот. И что хочется дальше сказать по продуктам, которые идут со скидками. Ну, вот здесь вот немножко хочется добавить свое, может быть, не совсем согласие с этой серией. Серия 72 меня всегда вызывает двоякое впечатление. Дело в том, что все эту серию любят за то, что она идет с хорошей скидкой и вот такое абсолютно для всего. Но я, знаете, к продуктам абсолютно для всего отношусь двояко. Это то же самое, как покупать фотоаппарат, компьютер, телевизор и так далее, абсолютно в, ну, как бы 5 в одном или 10 в одном. То есть где-то что-то будет страдать в качестве. Лучше купить отдельно телевизор, отдельно профессиональный фотоаппарат и так далее. Если говорить о шампуне, то если мы видим шампунь и кондиционер, то любой парикмахер вам скажет, что лучше, если это будут продукты по отдельности, они будут лучше ухаживать за вашими волосами. То же самое, если говорить по уходу за телом, лицом, то средство 3 в одном, это я называю походный вариант, когда вам нужно очень быстро поухаживать за вашей кожей. То есть лучше всего, если уход делать, то уход делать отдельно очищение, любой косметолог вам скажет, отдельно тонизирование, отдельно питание. Если это 3 в одном, все вместе, то это я называю такие продукты походный вариант. Вот когда в командировку, когда вам необходимо все побыстрее сделать, или когда вы где-то в дороге едете, там в поезде или в транспорте, то есть вот это тот вариант.
То же самое крем для лица и тела. Вроде большая банка для всего. Точно так же мое двоякое впечатление, ну вот, как говорится, походный вариант. Поэтому всем своим клиентам можете и для себя такую вот галочку поставить. Это вот тот вариант, когда нужно использовать вот, как говорится, для вот таких вот походных вариантов. И пометочка для всех типов кожи тоже. Задумайтесь, мы все-таки все разные, тоже еще раз подтверждение, что это походный вариант, такой вот, когда вам нужно побыстрее и сразу. А вот уже более индивидуально подход подбирается, это страничка 74-75, вот здесь продукты, которые по уходу за лицом, это индивидуально. Если серия ромашка, это для сухой кожи, здесь очищение в виде крема идет. Если говорить о серия, которая идет чайное дерево и алоэ, здесь в виде геля для умывания очищения, но здесь представлен тоник. Вашим клиентам рекомендую, если отдельно тоник заказывать, это только если есть в комплекте то же самое очищение. То есть очищение и тоник должны быть всегда в паре, поэтому нюансик такой, вспомните, рекомендуем и даем заказать, если у человека есть уже в паре очищение. Всем рекомендую антибактериальное средство чайное дерево, подходит для всего. Мне кажется, для, если у вас укусы насекомых смазываете, то есть это вот такой антисептик, такой природный, который для всяких разных нужд. Можете добавлять шампунь, если у вас перхоть. Можете просто, вот я часто использовала, сейчас у меня закончилось, нужно покупать в блюдечко. У меня маленький ребенок, в блюдечко водички, несколько капелек чайного дерева, и оставляете блюдечко вот такой, как природный убиватель бактерий для вас, вашей семьи такой идет. Вот, идем дальше. 76-я страничка, вот здесь вот вы видите, здесь вот представлен инструмент для очистки лица. Ну, честно, я не знаю, как им пользоваться, абсолютно не видела пользы от него, это индивидуально, то есть лучше сходить в косметический салон. Мне очень понравилось и всем рекомендую вот такое средство, маленький спасатель, соцгель, вот для чего? Если у вас такая, вот знаете, как простудка на губах маленькая села, он, во-первых, прозрачный, он не, его не видно, вы как гель наносите на участочки, где у вас появилась проблемка, и он вот начинает точно сушить. Гель превращается в пленочку, и получается эта пленочка защищает от внешней среды, от еще больше там, например, пыли, грязи и так далее. И то есть сколько вам нужно, вы столько наносите. Сняли пленочку, еще раз наносите, и таким образом подсушивает. Вот, скрабами, ну, это под вопросом. Если у вас очень высыпает кожа, ну, такие, знаете, как воспаление, то скрабом не рекомендуют пользоваться, потому что вы, получается, абразивом этим затрагиваете воспаленный участок, и эту же инфекцию переносите на здоровье. То есть, получается, трете и переносите инфекцию на здоровый участок, то есть происходит вторичное заражение. Скрабом для умывания пользуемся только, когда мы вылечили кожу, то есть подходит для жирной, ну вот, для жирной такой проблемной кожи, но уже когда сняты воспаления. Поэтому такой нюансик для вас тоже хочется рассказать, пояснить. Дальше идут различные ароматы, Signature Zoom, ну, он более такой легкий, невесомый, если для вас. Дальше идем. Glacier Eyes ароматизированная, страничка Ventura тоже ароматизированная. Если говорить о самих ароматах, как они пахнут, ну, вот здесь можно сказать больше морской аромат, это Ascendant Aqua, вот не зря такой называют. S8 более легкий, такой невесомый, кому хочется. Excite Force, но он такой более мужественный, то есть он и не тяжелый, как мужской, и не легкий, такой что-то усредненное, я бы сказала, как вечерний. Рекомендую всем обратить внимание на наборчик, который идет, вот очень удобно, если кому-то в подарок, вроде и 10 рублей, если там по дисконтной карте еще дешевле, но с другой стороны очень удобно и комфортно тоже использовать. Так, тоже ароматизированные странички, я здесь не буду останавливаться, Eclat Mademoiselle Louis, это больше для романтиков, для таких, кто хочет вот как представить, что он путешествует в Париже, и название тоже соответствующее, это классические такие, больше ароматы, не зря Eclat, это классика, Giordani Gold White Original, он больше такой насыщенный, яркий, амбициозный аромат, то есть он не относится к легким, он больше такой, как яркий. Если говорить о моих любимках, ароматах,
то здесь в каталоге представлен Amazon Paradise, вот такая красивая бутылочка. Мне очень нравится, он более такой легкий, летний, и одновременно он, это парфюмерная вода, он яркий, долго будет держаться на вашем теле. Еще, конечно же, ну, любой девушке, наверное, как и одежда должно быть достаточно, поскольку мы разные образы задаем, так и аромат разный. Ну вот когда хороший такой, знаете, как вечернее настроение, игриво, вот тоже Си Магнифик, он больше такой праздничный, романтизм создает. Сама упаковочка так как будто бы в виде розы или такого вот собранного бутона. Свежесть французской розы, уточенная, теплый шлейф миндального дерева. Миндаль, он больше такой сладости дает. Серия Giordani. Она новиночки представлена, но вот здесь есть, которые продукты постоянного ассортимента. Ну, что могу сказать? Серия Giordani, вы уже, это серия классика, которую вы выбираете. Что могу добавить по этим продуктам? Очень понравилось в использовании. Пробовала в офисе, это страничка 107, это вот эти тени. Мне чем нравится, ну, сразу скажу, многие спрашивали, матовые это оттенки или нет. Они, знаете как, есть здесь матовые кружочки, а есть здесь с переливом глянцевые кружочки. Поэтому, если вам нужны матовые, берете отдельно, высыпаете и собираете, вот оттеночек у вас получается. Если вам нужно полностью такой, как насыщенный цвет, чтобы все сочеталось, то просто кисточкой вводите в самих тенях, и вы получаете. Так, идем дальше. Что хочется вам дальше рассказать? Про тоже мои любимые продукты, зимой особенно, это продукты спа. Ну, что здесь хочется сказать? Что, во-первых, спа-бальзамчик, если вы вот здесь посмотрите, попытаюсь вам показать, вот такой вот как... внутри стержень содержится, он очень мягкий, это такое ощущение, как будто бы вы наносите на ваши губы масло. У меня очень сушат губы зимой, то есть это продукт, который спасает. Конечно, здесь не очень хорошая, ну как, небольшая скидка в каталоге, но это то спасение, вот у кого очень-очень сильно сушат губы. Если для мужчины не очень комфортно, знаете, как они хотят гигиеническую помаду, чтобы она все делала, иногда покупают. Так вот, есть прозрачный бальзамчик, вот здесь вот представлен. То есть, если смягчающее средство, ну, нужно пальцем залазить там, пользоваться, то вот эта помада такого, знаете, как походный вариант, быстренько раз-раз и все. Но это, как говорится, такой вариант вот для вас, вот если вы где-то в дороге, то есть не будет красиво смотреться, если вы смягчающим средством будете залазить, и лопаточку тоже отдельно вам нужно иметь. То есть вот такой вариант, который для вас очень хорошо. Если хочется, чтобы это как помада была, вам нравится качество, то рядышком есть тоже такие вот нежно-розовые, естественно розовые для вас. Очень люблю тоже вот представлена тональная основа, которая с фактором защиты 20. Сейчас из косметички достану, вот она у меня здесь, я пользуюсь. Чем мне нравится, во-первых, эта основа. У меня на лице это фарфоровый 305-96 оттеночек нанесен. Мне нравится, что она, во-первых, не содержит масла, у нее абсолютно, когда вы наносите, не будет блеска на вашем лице. Знаете, как иногда маслянистая такая текстура, у некоторых тональных здесь такого не будет. И плюс еще здесь содержится огромный, просто большой фактор защиты от солнца, SPF 20. Если вы просто будете любые средства покупать, любые, которые просто у вас есть где-то поблизости, вы посмотрите, сколько продукты солнцезащитные средства стоят, они дорогие достаточно, и вот эта тональная основа, она отвечает всем абсолютно факторам, и плюс защитит, и тон создаст, и такая нежирная текстура, то есть очень-очень удобно. Люблю, просто очень люблю вот такие теньки на 119 страничке, вот они представлены, кружочки. Чем мне нравятся вот эти тени? Ну, в первую очередь, здесь такие вот классические оттенки представлены. И есть перламутровые такие оттенки, а есть матовые, красивые матовые оттенки. И рекомендую, всегда пользуйтесь вот кисточкой. Кисточка, которая представлена на соседней страничке, 118, 241-47. Вам кажется, что ну зачем мне эта кисточка покупать, но поверьте, я рекомендую попробовать пользоваться именно вот такой вот кистью, не аппликатор, а вот такой кистью наносить, вы сразу почувствуете разницу в нанесении макияжа, как тени ложатся.
Рекомендую вот такие матовые оттенки, как черный, коричневый. Но вот здесь вот видите, коричневый такой, как классический. Я себе, у меня черные есть, но они в наборчике. Белый тоже для всех абсолютно случаев подходит. Если говорить о перламутрах, как они смотрятся, ну вот у меня золотистый еще есть. Вот он перламутровый такой оттеночек. То есть он больше для вечернего макияжа, но их надолго хватает. То есть сколько вы будете там пользоваться, но они, мне кажется, не заканчивающиеся тени. То есть буквально, но только что нужно вам подобрать по оттеночкам, которые вам подходят, нравятся. Рекомендую. И идем дальше. Серия, которая тоже хочется о ней рассказать, это серия «Шведский спа», вот, которая идет скраб и маска. Что хочется сказать про скраб? Ну, знаете, он даже подходит для тех, у кого чувствительная кожа. Эта серия вообще на основе бурой водоросли и плюс измельченного минерала малахита. Бурая водоросль, она считается как очень хороший увлажнитель, а минерал, он хорошо обновляет клеточки кожи. И получается, используя вот этот скраб, вы как будто бы запускаете обновительные процессы в вашей коже. Если у вас кожа сухая, то вам нужно скрабом или маской пользоваться один раз в неделю. Если кожа у вас жирная, то два раза в неделю. То есть получается, например, вы себе по расписанию вторник, например, пользуетесь масками, в пятницу скрабом все время пользуетесь. И важный такой момент. За 40 минут до выхода на улицу, либо лучше всего используйте вечером эти продукты. Как маска? Маска, она такая вот зеленого цвета, если вы посмотрите, сейчас я вам покажу, да, зеленого цвета. Здесь содержится белая глина, вы наносите плотным слоем, можете немножечко вот на шею добавить себе, наносите плотным слоем и ждете, пока маска высохнет. То есть она высохла, не улыбаемся, не смеемся, то есть про все, легли и расслабляемся. В этот момент здесь, поскольку белая глина, ну плюс еще минералы, будут выводиться токсины. Как эта маска действует? Она подходит даже для той кожи, которая проблемная, то есть особенно глина, которая там содержится. Не удивляйтесь, если вдруг вы почувствуете, что у вас после этого больше высыпаний стало. То есть вот эти токсины, гадость вся, которая была, она просто начала вылазить наверх. Так, и идем дальше. Хочу вас познакомить. Это серия детская, это зубная паста и зубная щетка. Очень нравится моей дочке пользоваться. Почему? Потому что приятный вкус клубнички, которая есть. Когда вы пользуетесь, ну, такая она гелеобразная, розового цвета. Если использовать, ну, в первую очередь мне нравится, что наборчик. Но могу сказать такие нюансики. Ну, не очень хорошо она держится, вот эти липучки, поэтому такой нюансик, просто нужно какая-то специальная, учитывайте, подставочка под щеточку, ну и плюс к этому скидочка, обратите внимание, 50% на эти продукты идут. Так, идем дальше. Про какие продукты хочется вам еще рассказать? Ну, вкусняшки. Конечно, нравится всем это... Дори, вкусный запах, здесь не представлена ароматная такая композиция, чтобы потереть вам, понюхать. Могу сказать, что пахнет фруктами, ну вот как деткам нравится, такой жвачкой, можно сказать. Феминелька с хорошей скидочкой, тоже идет 55%, здесь тоже обращайте внимание, кому как нравится. Мне нравится из этой же серии тоже Феминель, другая линейка, но абсолютно вся серия содержит pH нейтральное для интимных зон формулу, здесь содержит молочную кислоту дополнительно, которая действительно так идет, как балансирует все, что необходимо. Парфюмерная композиция, крема для тела. Вот, больше хочется сказать, скидка просто огромная, 60% на всю серию молоко и мед. Я пробовала маску. Ну, могу сказать, что это просто супер эффект от этой маски. В первую очередь, мне понравился объем и именно мягкость, которую давала волосам. Кому нравятся сладкие ароматы, то покупайте, пробуйте, используйте. Вот именно маску.
но это просто было что-то шикарное. Для вас еще плюс к этому, тоже обращаю внимание, скидка 70% на крем для тела. Вот крем для тела могу петь дифирамбы абсолютно вот каждый день. А чем мне нравится крем для тела? Во-первых, легкая текстура. Вы знаете, как иногда увлажняющие крема не бывают плотной текстуры. То здесь абсолютно такая легкая, как суфле, невесомая текстура. Еще плюс к этому мне понравилось крем молоко и мед. Я его использовала в летний период, как солнце, ну, как после загара, для того, чтобы кожа восстановилась. Он абсолютно снимал хорошо вот эти вот все свойства загара, он снимал отшелушивание, он снимал покраснение и очень хорошо увлажнял. Как крем для рук тоже бесподобно, крем для тела, то есть, ну, конечно же, праздничная такая красивая упаковочка, вот тоже такие нюансы. Вот, и... Маски. Еще тоже спрашивают про на 162-й страничке маски. Если будете покупать маски, правила использования обязательно помните. Еще похоже на вот маску, которая вот здесь, вот тоже маленькая упаковка, идет с экстрактом репейника. Репейник, он тоже идет как заживляющее свойство. Мне нравится именно эта маска. И плюс глина. Глина, то есть она вот очень хорошо использовать как такой... вытягивают все-все-все токсины. Серия Discover. И обратите внимание на хорошие скидки, которые идут на последних страничках, на ту, что же недавно, посмотрите, какая понравится вам. Но мне хочется пропеть дифирамбы, про вот эту серию, серию Giordani. У нас, мы заказывали пробнички, моя клиентка, мы, как говорится, этот пробничек попробовали. Это просто супер эффект. Во-первых, такая маслянистая, легкая текстура, это наверное, основа. И плюс, видите, как в виде пипеточки вы наносите именно столько, сколько вам необходимо. Не то, что вы дозатором, да, используете и больше, чем вам нужно. Очень легко, гладкая текстура, выравнивает. Если были какие-то, может быть, морщинки, то сразу кожа сияет, как будто бы изнутри. Поэтому новиночка, обратите внимание, что скидка на нее будет идти 50%. Она достаточно дорогая, качество в ней, конечно же, на высшем уровне. И вот пользуйтесь акцией. SPF 15 тоже фактор защиты очень важный. Ну вот, я вам рассказала немножко о каталоге номер 3, поэтому делайте для вас покупки, заказы для ваших клиентов. Если будет необходимо, пишите мне, буду с вами делиться какими-то своими отзывами. Спасибо вам за внимание, всего хорошего, подписывайтесь.